Сергей Бабкин перешел в «Локомотив» в июле 2019 года. На тот момент опорному полузащитнику было 16 лет. Сергей начал выступать в юношеской футбольной лиге, где в 10 матчах забил 2 мяча. В молодежном первенстве сезона 19-20 Бабкин стал твердым игроком основы. Дебют полузащитника в составе «Казанки» состоялся 3 апреля 2021 года в матче против Читы. Вскоре Сергея стали активно привлекать к тренировкам главной команды. В июне футболист отправился на сборы, где хорошо себя зарекомендовал. В чемпионате Бабкин впервые вышел на поле с первых минут в матче 9-го тура против «Химок». На данный момент самым ярким матчем Сергея в составе нашей команды можно считать игру против «Урала». На 72-й минуте Бабкин вышел на поле и едва не сравнял счет. Плотный удар футболиста пришелся в перекладину. После игры с «Уралом» «Локомотив» провел еще 2 матча, и в обоих Бабкин отыграл все 90 минут. В 2021 году молодой опорник совершил серьезный скачок в своей карьере, и мы надеемся, что Сергей и дальше продолжит прогрессировать.